В год экологии библиотекари и защитники окружающей среды вырастили в Апатитах необычное дерево. Это стенд, одновременно информационный центр. Посетители центра узнают, что воду нужно кипятить с закрытой крышкой, а в квартире лучше повесить плотные шторы. Все это нужно для энергосбережения. Подробности далее. Идем в библиотеку-музей. При входе видим дерево, на его листьях информация об энергосбережении. Знаете ли вы, что современное утепление окон позволяет получить годовую экономию 2000 киловатт на двухкомнатную квартиру? И таких листков на дереве десятки. Крутящийся оформленный макет рассказывает, как экономить электричество, газ и воду, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Посетителям, которые видят такое дерево, интересно прочитать, что написано на его листьях. Вообще мы такое дерево увидели где-то на просторах интернета, нам очень понравилось, и у нас была такая тема, когда-нибудь, может быть, мы осуществим эту мечту и попросим нас такое дерево, ну, сделать каким-то там ремесленником. И вдруг вот все получилось, как мы хотели. Идея создания дерева принадлежит библиотекарям и экологам Апатитского центра ГИЭ. Полезные советы взяты из детской книги. Короткие, легкие для понимания тексты говорят о том, что энергия сжатого воздуха в 10 раз дороже электричества. Или, к примеру, батареи лучше красить в темный цвет, тогда в доме будет теплее. Даже на кухне очень много. Вот как варить макароны, например. Можно вскипятить, воду бросить и 20 минут их варить. А можно вскипятить, бросить и через 3 минуты выключить, они сами дойдут. И 15 минут уже у вас экономия газа идет. Экологический центр станет интересен школьникам, студентам и всем другим посетителям библиотеки. Организаторы призывают горожан к участию в обмене информацией. Новые советы будут располагаться на листьях дерева.